Кстати, уточню свое высказывание про Михалкова. Мне кажется, что последние его фильмы все были неудачными. При этом каким-то образом, ну, они были неудачными, значит, кажется. Не в смысле, что они мне не нравятся. Они не нравятся публике в России и совершенно неинтересны публике за пределами России. Он режиссер неудачник на сегодняшний день. Has been, который, тем не менее, остается супер влиятельной фигурой в России, судя по всему, благодаря, я полагаю, своей пропагандистской деятельности, которую он ведет очень успешно. Есть его этот Бесогон, ну, я думаю, что все в курсе. Он просто переквалифицировался. Ну, когда-то Михалков был не режиссер, а актер. Вот когда он снимался там в фильме «Я шагаю по Москве». Никто не говорил «режиссер Михалков», говорили «актер Михалков». Потом стали говорить «режиссер Михалков». А сейчас он пропагандист Михалков. Сейчас эта стадия у него в жизни. Он давно не снимал новых фильмов.